Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Вот и Новый год наступил, долгожданный, 2023. Мы все весело погуляли, повеселились, выпили шампанского, ну и другие крепкие напитки. А сейчас у нас наступило пробуждение для новой жизни. Мы можем все начинать сначала. Новое знакомство. Новый мир работы, приносящий только удовольствие. Работа должна доставлять удовольствие. Ведь в первую очередь это помощь и государству, и людям. Пусть все будет хорошо и замечательно. Пусть каждый из вас получит то, что он желает в новом году. Исполнение своих желаний. Самых добрых, самых светлых и счастливых. Я тут сделала, когда украшала дом, связала вот такие елочки, вот так повесила. И решила вот парочку взять. Видите, как их еще можно использовать? Вот у меня уже давно не проколоты уши. Все уже давным-давно закончилось. Можно бы сделать большие вот такие штучки. И уже использовать их как бусы. Очень оригинально. Так что не обязательно украшать только стены, мебель. Можно также украсить и себя. Сейчас мы поправим. О! Сразу весело стало. А теперь мы вот так берем и закрываем. Вот. И у нас новогоднее настроение. Ладно, снимаем. Ну, вы поняли. Так что можете в следующий Новый год сделать какие-нибудь украшения вязаные. Какое-нибудь колье, манишку, белую, корону накрахмаленную. Или как у нас в детстве было, мы брали марлю и наматывали ее на проволоку, чтобы получилась корона. И также из марли делали новогодний костюм снежинки. Было весело. Хорошо, если еще нашли атласные ленты, чтобы можно было сделать банты. Это была настоящая красота. Поздравляю вас всех с наступившим новым 2023 годом. Желаю крепкого здоровья, осуществления всех ваших желаний. До новых встреч на канале. Не забываем подписываться и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Thank you.